Готовим думку на Новый год. Сначала вырезаем из ткани, из белой, из голубой ткани, квадратики, 9 квадратов. Затем их обвязываем крючком и собираем. Вот мы сшили все квадраты. И получилась у нас такая красивая зимняя новогодняя думка. Чтобы думки были повыше, я люблю их набивать поролоном. И вот на Новый год у меня уже получилось 3 думки в стиле пэчворк.